Давайте попробуем. За мной 100 пар близнецов! Они будут бороться за 250 тысяч долларов! А чё так мало? Мистер Бист обнищал. Все по своим кубам! Из этих 100 пар близнецов... Бля, они реально все одинаковые? Близнецов! Ебать. Или это нейросеть, подождите. Да ну нахуй. Лишь одна... А, это точно близнецы? Вот тут как бы прически одинаковые, но... Получит четверть миллиона долларов, если кто-то из близнецов пересечет... Блять! Братики же в Америку прилетали недавно, им надо было в это шоу. От сука. Счет красную линию, оба выбывают. Посмотрим, кто из вас лучшая пара близнецов и кто получит 250 тысяч. Я никогда не видела столько близнецов. Все так похожи, это безумие. В школе ты ходил на уроки вместо него? Как он отбирал этих участников и сколько времени он это потратил? За него тест. Правда? Мы это не вырежем. Вот они деньги. Я могу привыкнуть к такому виду. Мы сможем. Но они не знали, что видео станет настоящим испытанием их... Что? Стоп. Виду. Мы сможем. Но они не знали, что видео... Господи, мне показалось, что это, блядь, на Путина вообще похож. Близнец Путина тот самый попал видео мистера Биста. Двойник, точнее. Станет настоящим испытанием их связи. Заткнись! Вперёд! Мне нехорошо. Прости. Я тебе этого не прощу. Я тебе не доверяю. Вам придется за волосы нас тащить! Внимание всем! Каждое испытание в этом видео разработано так, чтобы вы с братом или сестрой работали вместе, чтобы пройти его. В первом испытании в этой комнате будут мигать разные цвета. Вы вместе должны запомнить порядок цветов и ввести его на своем планшете. Ведете правильно, остаетесь, а если введете неправильно, то выбываете. О боже, я немного боюсь. Начнем с простого. В первом раунде будет 6 цветов. Сколько? Синий. Желтый. Зеленый. Я бы уже всрал, я бы не запомнил. Вот давай, подожди, давай еще раз. Давай, вот я сейчас попробую запомнить. В первом раунде будет 6 цветов. Синий. Желтый. Зеленый. Синий. А, блядь, так оно внизу показывается, сука. Я думал, не будет показываться. Я попробую вспомнить. Видите, увидите. А, синий, желтый, зеленый. Синий? Порядок в свой планшет. Синий, желтый, зеленый, желтый, синий, синий. Блять, там еще желтый был. Интересно, что не... Ну, мне сложнее, я отвлекаюсь просто на чат, на видос. Если бы я там был, я бы запомнил. В принципе, легко. Трекубы делятся друг с другом информацией. Вроде верно. Получилось? Вводи. Если нет, то нет, люблю тебя. Я тебя. Три пары ввели неправильную последовательность. Да ладно. Зажгите! Все-таки кто-то не отгадал. Их кубы красным. Бля, это был бы я. Кстати, все три... Бля, и пиздюка... Пиздюки тоже неправильно. Выбывшие пары сидели рядом друг... Короче, понятно, два вумен и одни пиздюки. С другом. Проводим их аплодисментами. Прощайте! А дальше у нас будет 15 цветов. Сколько? Вы думаете, что это сложно, то это только начало. Это уже чересчур. С каждым раундом мы добавляли... Чё-то жёстко, больше, блядь. Начало видоса цветов. Только. А ну, попробую запомнить. Синий. Жёлтый. Уже всё забыл. Это жесть. Посмотрим, кто выбыл. Синий, жёлтый... Блядь! Ты чё, ёбнутый? Она заняла третье место в нашем видео от 1 до 100 лет. Сложно, реально. А в этом 93. Облажалась. Мое сердце бешено колотится. Да, 15 цветов — это довольно сложно. Но это не 27, как будет позже. В конце зеленый? Нет. Я даже пытаться не буду, реально. В конце желтый. В конце желтый, ты все перепутала. Я думаю, тут даже вы, вот кто любит выебываться постоянно там, да? Ты не слушаешь. Вы бы не смогли запомнить. Слушаешь. А зачем? Помогите, помогите! Жми готово! Стой, все не так! Итак, все проголосовали. И в финальном раунде выбыли 12 пар близнецов. Вот все, кто выбыл. Мы дали каждой паре по 1000 долларов. И на этом первое испытание завершено! 12 тысяч долларов. Осталось 72 пары. Нихуя себе, что там за гении такие? Я же говорил! Надо было делить количество цветов на двоих.
Первый запинает первую половину, второй запинает вторую половину. Победа! Победа! Мистер Бист! Это Олимпиада, а это моя медаль. Я хочу оплатить учебу. С вами Близнецы Дёртинг. Топ-2. Топ-2. И, как обычно, мы уничтожили кубы выбывших игроков. Карл! Вот как надо! Все готовы ко второму испытанию? Да? Внесите второе испытание! Слушайте очень внимательно, тут все становится интереснее. Половина из вас вылетит в этом испытании. Да, будет жестко. Вау. Теперь все снимите ткань с блоков. Фистаблз. Опять! Это кубики Фистаблз. Будем что-то строить. Один из вас в кубе наденет повязку на глаза, а другой будет держать поднос. Близнец с повязкой должен сложить все 10 кубиков на поднос. Чё, блядь? А близнец с подносом должен перенести готовую башню на пьедестал. Но! Но это тупо рандом. Если вы уроните хотя бы один кубик, то оба выбывают. Хочешь держать или... А что если все уронят? То есть, как бы, ну... Ставить. Я держу. Я ставлю. Там же осталось, сколько, 72, да? 72 человека. Да, половина уйдет. И последнее. Вы будете состязаться с соседями. Или в смысле, останется так мало людей, что уже будет невозможно продолжать шоу. Одна пара близнецов пройдет дальше. Нет! Либо мы, либо они. Бро! Мне плохо. Начнем с этой секции. Тогда постановку снимать. 3, 2... Один! Начали! Тянись, тянись, тянись! Влево, влево! Складывай! Вниз, вот так. Поскольку близнец с повязкой будет... Подожди, а время там ограничено? Складывать башню, игра полностью зависит от взаимопонимания между близнецами. Другие уже 4 сложили. О боже! Не спеши, опускай медленно. Идеально, идеально. О нет, вам нужно спешить. Противник сейчас поставит последние 2 кубика. Куда? Выше, выше, еще выше. Нет, 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 у-ху! Люк, держи! Ничем не могу помочь. Ебать. Но собрать башню из 10 кубиков — это только начало. Ебать, не, ну это реально сложно. Самое сложное — перенести готовую башню на пьедестал. Здорово, видел, как Кац разъебал. Чувак, они так шатаются. Это самый важный момент в его жизни. Уставь! Все, пизда. Упала. О нет, они уронили. Ваша взяла. И помните, если башня упадет и коснется близнеца, держащего кубики, это тоже считается падением, и оба выбывают. О нет! Отлично. Но некоторые близнецы выбрали другую стратегию. Некоторые решили вообще не трогать кубики, а поставили все на то, что башня противника упадет. Они ее уронят, они ее уронят. Сколько у них блоков? Хоть один есть? Нет. Они просто будут сидеть? Да, будут сидеть. Выжидают в углу. Но ждать, пока противник потерпит крах, было не единственной тактикой. Ты сможешь! Хе-хей! Интересная стратегия. Давай, давай, давай! Ладно. Они пытаются отвлечь противников, чтобы те уронили башню. Ебать, охуевшие. Вам конец! Я бы ногой пнул, блядь, вот, ну, в ее сторону. Да успокойся. Голос сорвешь, ему точно конец. Они такие громкие, что их слышно даже на другом конце комнаты. В чем их план? Не понимаю, план в том, чтобы кричать? Не знаю, что нужно, чтобы остаться, но не проиграйте им. Что происходит? Итак, у вас осталось 10 минут. А, все-таки время ограничено. Та команда, где будет больше блоков, когда время истечет. У кого больше блоков? Победит. Давай. Когда близнецы Коллинз поняли, что время истекает, они... А, только они все-таки решили попробовать, бля. Начали быстро строить и сравняли счет. По 5 кубиков в каждой... Да, только они криво это сделали, потому что торопились. Башня. Сколько у них? 5. Джей, она очень шатается, мы еле-еле дотянем. До конца раунда меньше 20 секунд! Стоп, я могу... Так они все проебали. Могу взять еще? Нам нужен еще один. Решили победить? Да, все так. Выше. Стоп. У нас вот здесь. Так, сюда-сюда, ниже на 15 сантиметров. Ну давай, давай. Выше, выше. Отпускай. Бля, я того рот, и чё? Отпускай. И все? Он коснулся носом! Он случайно коснулся! Боже, вы победили! Да! Да! Ёбаный свет! Yeah! Видали! Видали! Вам... Так время же вышло, они оба должны были проебать, не? Придется за волосы нас тащить! Но по мере продолжения испытания игры становились все напряженнее.
О, нет! Поправь. О, нет! А, упала. О, нет! Во время этого испытания мы увидели, у кого самая сильная телепатическая связь. Да, вот так. Да, сюда. Он просто указывал головой, как будто тот видит. Мы же братья. Именно. Но видя, как общаются другие пары, мы с трудом верили, что они близнецы. Держи ровно, ровно, подними. О, ты... чуть голову не задел. Для близнецов мы не очень слажены, бро. И в финале у нас было две игры, которые шли до последней секунды. 2, 1, руки прочь. О. О, нет, башня упала. Их башня упала, вы победили! Они на шаг ближе к четверти миллиона долларов! Он будет, но не сегодня. И как и было обещано, в этом испытании выбыла половина из вас. Мы привезли двухъярусные кровати, выспитесь, потому что завтра испытания будут гораздо сложнее. Последнее испытание было очень сложным. С Моррисами мы были вроде как заодно, у нас был сильный альянс, а сейчас нас осталось двое, и мы в одной лодке. Ну что, каково тебе? Как будто в раю. Ладно, всем снов. Уже 36, детка! Всем снов! Спокойной ночи! И после кровавой бани первого дня они были гораздо более оптимистичны, чем я думал. Мы выиграем испытание. 100 000%. Мы готовы, мы собраны. Всем доброе утро! Доброе утро! Охрана, внесите следующее испытание! Это что такое? Снимите ткань с пьедестала, который мы поставили у вашего куба. Следующая игра проверит вашу жадность. Опа! Как видите, перед каждым из вас лежит 5000 долларов. Фу, блядь, так мало. Вам решать, брать их или нет. А нах... Если возьмете, то с вероятностью 50/50 вас исключат. Но если... Чего? Башня Хеса обычно падает за 50 долларов. Да. Если вы не возьмете, то гарантированно пройдете дальше. Мы запустим 10-минутный таймер. Можете просто играть... А как 50/50? Что будет решать вот эти вот 50/50? Дальше. Или рискните четвертью миллиона ради 5 штук. Выбор за вами. Может, просто взять деньги? 5000 это мало, чтобы рискнуть таким шансом. Что думаете? Это гарантированно. Гарантированно, но можно вылететь. Это мало. 5 штук, да? Рандом. Ну окей, а кто этот рандом будет решать? Да, но мы доверимся нашей интуиции. Мы пришли сорвать большой куш. Стресс от этого решения создавал напряжение в некоторых парах. Давай оставим деньги. Ты очень напряжен. Нет, нет, не надо, я пытаюсь объяснить. Я рандом хочу выиграть орга? Хоть что-то. Мне не, нужно я реально, а как рандом будет определяться? Нет, это наша цель, а не это. Теперь у вас 5000 долларов. Поздравляю! О-о-о. Вам 5 штук не нужны? Нет. Мы хотим выиграть челлендж мистера Биста, потому да, что... Да, потому что мы хотим хвастаться! Запомни наши лица, детка! Куклы Барби Биста! И в последние минуты несколько пар близнецов спешили принять решение. Блядь, а что-то много как-то людей в итоге взяли. Деньги, бро! Хорошо? Это ж получается 5 косарей на двоих по 2500. Положи мне на плечо! Ну, я всегда спрашиваю себя, а что бы сделал Джимми? Думаю, ну смысла нет даже рисковать, реально. Риск того не стоит. Джимми взял бы деньги. И сказал нет! Так как 8 пар участников взяли деньги, это значит... Зубарев бы взял. Это отсылка от мистера Биста к Зубареву, что ли? Типа 5000 долларов, 50/50, 2500. Точно, реально. Что мы случайным образом исключим 4 из них. И чтобы все было честно, мы достанем их имена из этой машины. Вот достань случайное имя. И первые выбывшие Ален. Но у нас есть бабки. Ален, да. Братья Ален, идите к сцене. Можете вытянуть следующий шар. Следующие выбывшие Мур. А чё не гав, нахуй? И выбывшие вновь вытянут следующее имя. Следующая пара близнецов, которая выбывает, это Миллеры. Не возьми мы их, мы бы все еще боролись за 250 штук. Эта сумма для нас огромная, так что мне жаль. И последняя пара близнецов, которая выбывает... Д'Анджело. Последние выбывшие. Мы даром получили 5000. Мне кажется, это лучшее решение. Нужно брать, нет, что братан, дают. Это говно какое-то бессмысленное. Не успокаивай себя. Пока, ребята, удачи. И на этом четвертое испытание завершено. Я рада, что не взяла!
их! До сих пор в этом видео вы и ваши близнецы решали свою судьбу. Но в следующем испытании вы все вместе решите, кто останется, а кто уйдет. На вашем планшете появятся две кнопки. Если вы нажмете зеленую кнопку, то проголосуете за окончание испытания. И если все нажмут зеленую кнопку, оно закончится. Если вы нажмете красную кнопку, вы можете исключить кого-то. Тот, у кого будет больше всего голосов, выбывает. Но все могут остаться, если вы сообща проголосуете за зеленый. У вас 5 минут, чтобы принять решение. Очень грубо исключать кого-то голосованием. Близнецы — это команда. Зеленый! Зеленый! Повторюсь, выбери все зеленую кнопку, все бы остались. Но поскольку близнецы... Бля, вот эти вот суки по-любому красную нажмут. Вот, блядь. Коллинс уже успели прославиться. Вам всем конец! То, похоже, этому не бывать. Парни, думаю, мы знаем, что делать. Стейси и Трейси. Правосудие в наших руках. Скоро все были в курсе, и после того, как несколько пар выбрали красный цвет, началась цепная реакция. Стало ясно, что кто-то поедет домой. Стейси и Трейси. Стейси и Трейси. Стейси, Стейси. Кто опаснее всего? У кого яркая личность? Кто старается? Кто победил во всех играх? Да идите нахуй, блядь, реально. Время вышло! Думаете, все выбрали зеленый? Нет! Ого, совсем никто так не думает, окей. Голоса были лишь против двух. Там у парня было на лице вот это. Пар близнецов. За близнецов Хейли один голос. За что? Пока-пока. Понятно. Близнецов Коллинз. 26 голосов. Боже! Много голосов за Коллинз. Они боятся! Мы за себя не голосовали, если что. Ведьма мертва. Ладно, всем спасибо. Хорошо провели время. Я никогда не... Им надо было 5000 забирать в прошлый раз. И то больше бы толку было. А так, типа... О, мы не взяли 5 косарей. Ну, в итоге все равно их нахуй выгнали. Видел, чтобы столько людей действовали сообща. Без них сейчас гораздо тише. И теперь, когда общего врага уничтожили... Раз и вся! Раз и все! Все решили проголосовать за зеленый. Таймер обнулился. Все нажали зеленую кнопку. Нифига себе. Я пойду готовить следующий этап. Это было дико. Мы все могли переругаться. Хорошо бы все вылетали сами по себе. Да, не при помощи голосования. Осталось 31 пара близнецов. Но сейчас у вас будет самое сложное испытание. К его концу мы определим топ-10 пар близнецов. О боже. В течение следующей пары часов свет в комнате в случайный момент станет красным. Вот так. И та пара, что в этот момент нажмет кнопку на планшете, пройдет дальше. В смысле? Но остальные, кто попытается нажать на кнопку и не будет первым, вылетят. Мы повторим это... На скорость надо нажать? 10 раз, и вам решать, когда нажимать на кнопку. В идеале никто... Блять, ублюдок ебаный. Чел в чате пишет: Хес, почеши нос, если ты с Надеждой живешь. Но проблема в том, что у меня именно сейчас реально чешется, сука, нос. Прям пиздец зачесался. Я прочитал это сообщение в чате, такой сижу, думаю, блять... Нос чешется, а этот дебил написал, я сейчас почешу, подумает, что это... Вот что, сука, чешется нос, блядь! Ёб твою мать! Кто из вас не должен пытаться нажать в первый раз? Ведь чем больше попыток в каждом раунде, тем меньше ваши шансы. Мы будем вторыми, и мы всем вокруг это объяснили. Ну что, вы первые? Мы первые, детка. Думаю, большинство пойдут в начале. У меня неплохая реакция. Какой у вас план? Мы нажмем на втором сигнале. Мы всем это объявим. Если не хотите выбыть, не нажимайте во второй раз. Но не все были готовы нажимать так рано. Хочу сказать, что вы сейчас очень далеки от нажатия на кнопку. Идти первым никогда не нужно. Окей. Итак, испытание официально началось. Удачи. Как только будет красный, чувак, я отвечаю, я успею. Как только свет погаснет, бум. Мне заорать красный? Боже мой. А что если так 2 часа будет длиться? Учиться в любую секунду. Боже, мне страшно, мне страшно. Чё, они серьезно так стоят? Боже мой. И кто же был первым? Да, детка! Боже мой. Похоже... Боже мой. 4 попытались нажать кнопку в начале. Увидим, кто нажал первым, а кто поедет домой. Мы обычно не держимся. Да, мы обычно не держимся за... Хомяка тапы. Ребят, вы сейчас либо выбыли... Либо нет. Либо проходите в топ-10. Да. Ты нажал? Да, бро. Очень многие ее нажали. Нужно узнать, кто был первым. Мы прошли 4 этапа. Чем бы все ни закончилось, нужно гордиться собой. Покажите результаты! А че он там пиздил? Да я нажму, да я буду первый, да по-любому. Но...
успели они и минуты расслабиться. Мы это сделали. Как мы решили удивить их еще одним раундом. Сигнализация? Да? Да, красная. И снова только 4 пары попытались нажать кнопку. Ты нажал? Да, очень быстро. Показать результат. И с разницы меньше, чем в 10-ю секунду. Клиффорды выиграли второй раунд. Вот так. Нет. Блин. Ебать. Я так горжусь вами. Мы следим за вами. Вы тоже выйдете. Чё лицо закрывает? Вы не выиграли. Можете выйти. Блядь, а что с ним? Пока, парни. Две пары близнецов. Близнецы, зачем лицо скрывает? Если второй его близнец не скрывает лица. Если они близнецы, они одинаково выглядят. Зачем пытается скрыть-то, блядь? Мы и так знаем, как его лицо выглядит. Начали себе места в первой десятке. Кто из вас нажмет первым теперь? Думаешь, стоит? Ага. Может, подождать? Не отводи взгляд. Может, в 10-й раз вы будете одни? Готовься. Его палец так далеко от экрана. Ты отворачиваешься, ты отвлекаешься. Итак? Не знаю, успел ли. Я быстро нажал, но достаточно ли? В третьем раунде на кнопку нажали 3 пары. Прежде чем объявить результат, мы угостим всех лучшим в мире. Знаете, какой лучший в мире шоколад? Это шоколадка, если что. Реально, чтобы вы понимали, вот это, блядь. Milk Chocolate. А, эти две штучки. Я их даже еще не открывал. Реально. В аэропорту купил, когда Игорь Линка провожал. Вот такую хуйню там увидел, продается. Ну да, и решил купить, короче. Так и не попробовал, а хочется попробовать. Через приложение, блядь, кстати, ну приложение вряд ли увидит эту шоколадку. Я не думаю, что оно прям популярное. Сейчас просканирую. Что? Оно ее нашло. Камала Харрис Милк Шоколад. Пур. 30 из 100. Сосуа. 25%. То есть очень мало какао. То есть это на самом деле даже... Это шоколад на 25% всего лишь. Non-organic, очень много сахара, 28 грамм, выше максимального значения. Жирный, жиров тут 9 грамм, тоже очень дохуя, выше максимального значения, максимально 5 грамм, а тут 9. Сахар максимально 23, а тут 28. И одна какая-то химическая добавка, ну она такая, типа незначительная. Но это пур. Это пур, то есть плохо. Окей, а Трамп? То же самое будет? Ну да, у Трампа то же самое. Блять, а у Трампа сосуа еще меньше какого-то хрена. У Камалы Харрис 25%, а тут меньше 20%. То есть Трамп вреднее, чем Камала Харрис. По шоколадке. Блять, что за хуйня? Сука. Я не понял, реально, подожди, стоп, они специально что ли так сделали? Что это такое? А что это? Да, реально. Трамп вреднее. Но я, наверное, не буду открывать шоколадку, пробовать ее. Пусть оно останется как сувенир. Вот, через 10 лет смогу этот шоколад продать за $1 000 000. Или подарить кому-то как сувенир. Хотя так хочется вот сожрать эту хуйню. Шоколадом. Нужно подбодрить вас, ребят, вы очень нервные. Фистаблс! Я откажусь от шоколада. Мы любим фистаблс. Хотите шоколадку? А то. Парни сейчас раздают всем плитки фистаблс, он же лучший шоколад на планете. Да. Фистаблс, детка! И я рад сообщить, что мы запустили новый вкус фистаблс, печенье и крем. Печенье и крем. Господи. Мое любимое. Печенье и крем? Печенье и крем нам. Хотите еще одно? Да! А еще одно хотите? Лучше бы ты выпустил новый вкус со вкусом соленых огурцов и майонезом. Да. Еще одна? Да, возможно, я предвзят, но это самый лучший шоколад, что я пробовал в жизни. Блядь, ебать. Это был с печеньем и крем уже в продаже. Самый лучший VPN в жизни, который я когда-либо пробовал, называется NotBlockNet, и ссылка на него в чате. Но это не все. Продажи также новый Хэллоуин набор. Ведь в этот Хэллоуин Фистаблс принесет кому-то $1 000 000. Горько! Если не будете разговаривать на Хэллоуин Фистаблс, то вы точно не любите соседей. А вот и результаты Шо, блядь? $1 000 000. То есть я должен купить шоколадку и отсканировать QR-код, и, возможно, там будет лям баксов. Закажи дохуя. Чел.
Ты реально думаешь, что вот повезет именно мне из нескольких миллионов шоколадок? Вот именно я-то возьму этот лям среди одной шоколадки. Да мне кажется, куда больше шансов, блядь, в лотерее выиграть деньги. Серьезно. Чем вот, вот в этом. Ты смотрел Чарли шоколадную фабрику очень давно. Гоу кста на Хэллоуин ИРЛ сделаем, но я это и планировал. Там же вроде лям на кучу победителей, а я думал, типа, лям на одного человека. То есть одна какая-то шоколадка имеет где-то лямчик. Третьего раунда! И, честно говоря, они так ироничны. Так ты ничего не теряешь. Как ничего не теряю? Я теряю деньги. Я же буду тратить деньги на то, чтобы купить шоколадки, которые я к тому же не буду жрать. Что мне с ними потом делать? Победили близнецы Хёрши! Ага. Хёршель? Это шоколад так называется. Я тебя за это не прощу. Осталось 16 пар, а мест только 7. Хершес. Технические ожидания повысило. Хес шерсть. Ваши шансы, но вас все еще много. Можешь сказать им, что мы четвертые? Ты сможешь. Хочешь сделать это? Так страшно, я не хочу знать, когда будет красный. У меня хорошее предчувствие. В четвертом раунде победили близнецы Битти. Вот да! Я думал, мы успели. Извини, не вышло. Не отвлекайся. Пятый раунд, Лейва! Хотите выйти вместе? Жестоко. Близнецы Нарвес! Близнецы Морис! Мы прошли. Осталось 7 пар близнецов, а мест только 3. У меня получится, хорошо? Внимание, это будет в любую секунду. Фишер нажимает? Не говори. Только мы и Фишеры. Дыши. Ага. Еще одна команда нажимает. Кто? Вон те, наверху. Убери, убери. Бэджет убрали руку. Кто? Парни? Да. У тебя еще 2 соперника. Ну что, нажать? Да, готовься. Они вернулись, будь готов. Вон те сверху готовы? Готовы. Хватит вопросов. Слушай, я что-то пропустил. А можно не нажимать или что? Ой, что-то они поздно как-то. Нет. Нажала. Я был на чеку. Да, быстро. Победитель 8-го раунда! Близнецы... Бэджет! Победителями 9-го раунда стали близнецы Дёртинг, а 10-го... Кто не успел, тот выбывает. Это я понял. А тот, кто просто ничего не нажимает, у них что происходит? Розенберги, на этом испытание завершается. Поздравляю с выходом в 10-ку лучших! Все еще там... В следующем раунде Ротенберги. 10. Топ-10, детка, вот так! Хорошо. 10 раундов, кто не нажмет, никогда тут вылетит. Только выспитесь, ведь завтра Понял. Одна из пар выиграет $250 000! Вау! Блять, ну... Вот это вот тоже, да? Тот выиграет $250 000! Нет, они выиграют всего лишь 250 тысяч. Я понимаю, 250 000 звучит круче, чем просто 250 тысяч. Увидимся! Мы сделали это вместе! Это тоже ничего, мы решительно и готовы. Завтра я не знаю, чего ожидать. Мы заряжены. 250 000! Спокойной ночи! Спокойной ночи! Спокойной ночи! Спокойной ночи! Спокойной ночи, топ-10! Спите спокойно! Доброе утро всем! В следующем испытании мы сократимся до 5 финальных пар близнецов. Каждая пара будет соревноваться с другой в до смешного огромном боулинге. Чего? Со 105 кеглями. Мы затащим это испытание, детка. И чтобы все было еще интереснее, близнецу, который бросает шар, завяжут глаза. Это меняет дело. А другой должен будет направлять ваш бросок. Я не переживаю, мы любого победим. Раз вы выиграли первый раунд игры с кнопкой... Симона Байлз! Мы позволим вам выбрать, с кем соревноваться. Удачного планирования! Мы редко играем в боулинг, но думаю, бросать буду я. Вы хорошо играете? Не очень. Я ужасно играю. Розенберги, они постарше, в очках. Наверное, отлично играют. Нужно выложиться на всю. Пока они все планируют, я расскажу вам о нашем новом продукте. Ланчли, который объединяет... Да сколько можно-то, а? Фистаблс и Прайм в более полезную версию ланчебл. Да, если я захочу как-то навредить себе, я, возможно, найду другой способ это сделать. Господи, блять. Энергетик, шоколадка, что там еще? Ланчли выпускается в 3... Печеньки, ёбаный свет. В вкусах фиеста начос, чипсы с индейкой и пицца. В Ты, это такая язва жесткая. В каждой коробке есть мини-прайм и мини-фистаблс. Посмотрим, что скажут близнецы. Как дела?
план? Не, я куплю. Если найду, если увижу, я куплю. Чисто на стриме распаковать, показать. Попробовать и сказать, хуйня или нет. Пицца, индейка, начос. Берите, что хотите. Я возьму пиццу. Начос на вкус супер. А сыр настоящий? О, это огонь. Ё-моё. Вкусно. Лучше, чем Lunchables. Вы сука, он еще и заставляет эту гадость жрать. Холодные? О, да. В каждом наборе мини-плитка Фистаблс. Их фамилия Хёрши. Чисто пытка какая-то. А, я так пошутил вообще-то, алло. Да, вкусно. Мне интересно, хоть один человек честно скажет в лицо мистеру Бису, что его шоколад дерьмо, например. Но не может всем нравиться этот шоколад. Я упробовал. И я скажу так, что он не то, что прям какой-то невъебически вкусный. Он, ну, такой обычный, все, просто сладкий шоколад. Их тысячи, десятки тысяч таких шоколадок. А, они вырезали? Вау, это по... бля. Не, если бы я был на этой вот, в этом шоу у мистера Биста, и он бы заставил меня также попробовать его шоколад, мне бы, скорее всего, тоже пришлось прикинуться, что мне нравится. Вот так, где-то. Пожалуй, вкуснейший шок... Ебать, это вкусно! Причем прям на русском языке бы это заорал. О май гад! Это the best chocolate! И еще бы так лицо бы обмазал потом. Very, very good! Шоколад, что я пробовал. А это о чем-то говорит, ведь мы Херши. А цена ланчливс. Да. Всего около $5. Не терпится узнать, что вы скажете. А первый у нас сестры Сенсон. Ты бросаешь. Или я? Все равно, давай я. Можно выйти. Точно? Они просто не ели рошен. Да, точно, ва. Они просто не пользовались VPN-ом, NotBlockNet. Нас не исключат. Идите за мной. Окей. Каково это быть вне куба? Так, странно. Итак, вот ваша дорожка. И теперь вы должны выбрать еще один куб в качестве соперников. Бро, безумие! С кем соревноваться, решать? Да я бы вот этих дрищей выбрал. Вам! С нами, с нами! Слабо? Не-не-не. Вас не выберу. Нет. Помните, вы с завязанными глазами. Тут важна не только сила, а еще и стратегия. Окей, тогда близнецы Хёрши. Погнали. Та пара, а что собьет они... больше кегли не, ну они тоже такие, типа, сопляки, три поэтому... Три броска проходит дальше. Поэтому другая нормально. Пара выбывает. Окей, готовы? А еще и закрытыми глазами. Три. Ёпани, сир. Два. Один. Старт. Как она кидает шар? Хорошо. Давай. Вау. Боже мой. Очень плохо. Окей. Что-то они как-то оба слабо кинули. Ну и что теперь? Оба броска были слабоваты. Никто не приложил достаточно силы. Надеть повязку. Раунд второй. Да, вот так. 26-25, серьезно. Два, один. Прямо, ты сможешь. О! Бля. Я не знаю. Я очень волнуюсь. Близнецы Хёрши сбили 48 кеглей, а близнецы Сенсон 37. Они отстают на 11 кеглей, и у них еще один бросок. Разозлись. Злишься? Да. Бля, тут надо кидать просто вот так берешь и вот так вот. Оба! Как мяч. Да, сверху. Докажи. Чтобы пробило пол. $50,000 на кону. Посмотрим, вырвутся ли они вперед. Три, два, один, старт! Отлично. Боже. Оу, я понятия не имею, кто победил. Ой-ой-ой. Ты смогла. Хёрши сильно облажались. Это, пожалуй, самый эпичный камбэк века. Обидно. Близнецы Хёрши сбили 55 кеглей. А эти под 80 где-то, да? Близнецы Сенсон сбили 79. Еба, реально. Проходят дальше. Боже мой. Кого вы хотите выбрать следующим? Выбери нас. Мы выберем близнецов Бити. Хорошо. Зачем? Там же два дрыща есть. Хотите вернуться в свой куб? Спасибо. С кем вы хотите сыграть? С теми двумя наверху. Да, мы выберем их. А, все, они, я понял. Близнецы Нарвес, я иду за вами. Ебать, а они зачем этих-то выбрали? О-о. Зачем они выбираются? Ну, наоборот, надо... Погнали. Ай, близнецы, вы готовы? Да. Ага. Три, два, один, старт!
Ебать! Вот так! Ух ты! Нормально. Надеть повязку. 44-53. Бросок. Воу! О, возможно, это камбэк. Вы нас выбрали. Вы... 75-73. Так, ну я за правых. Сами. Блин, они много сбили, чувак. $250 000 на кону. Близнецы на позиции. 3, 2, 1. Старт! Давай! Последний бросок. Блядь! Все, ГГ. Куда ты, сука, бросаешь-то? Боже мой. Нет. 89 кеглей против 74. А, нет, все правильно же, господи, что я... Правый вы. Простите, господа. ГГ, давайте, спасибо сюда за игру. С кем сыграете теперь? 89. С ними. Зная, что дальше пройдут лишь 5 пар близнецов. О, вот они, вот, да. Эти вот по-любому не смогут. Да выбирали себе противников. Думаю, сестры Бэджет. Боже мой. Повязки надеты. Бросай. Ля-ля, сука, жесть. Вумен выбрали. Прямо по центру. Я бы так же сделал. Прости. 78. Ага, ну, нашли достойных соперников. Что дальше? Лейва, Лейва. Хорошо. Клиффорды. Выходите из куба. Блядь, да что они все наоботали голову-то, я не понимаю. Становилось ясно, кто представляет наибольшую угрозу в испытании. Я играл в лиге, у меня много друзей играют в лиге. Боулинг — моя сильная сторона. Считаете себя опасными соперниками? Я не особо боюсь. И последние две пары близнецов! Спускайтесь! Посмотрим, кто из них пройдет дальше. Хорошо, господа. Наденьте повязки. $250 000 на кону. Я рад, что мы не играли против них. 3, 2, 1. Старт! Хуйня? О, боже мой! Чувак, вот это броски! Отлично. Окей, окей. Пока это лучшие броски. Сразу... 54-52, бля, ладно, я думал, там разница будет. Видно, нормально, что у обоих есть опыт. Идет борьба на равных. Иначе быть не могло. О, да. Но останется ли это так? 3. 52, блядь! О, ясно все. 2, 1, старт! О, рикошет! О, хуйня. Хорош. Эх. О, ну не знаю. У них почти не осталось кеглей. Последний бросок испытания. Бля, у этих слева все кегли стоят. Из этих пар поедет домой, а другая попадет в пятерку лучших. 3, 2, 1. Что, ГГ, да? Старт! Ага, все, правые снова выиграли. Все. Смотри, оно сейчас летит туда, куда нужно, вот справа. А у этих оно летит в центр, где всего лишь 4 кегли стоит. Все, тут все. Да. Блять, не, сука, сука. А вот и нихуя. Возможно, это камбэк. Да. Так какой камбэк, блять? Отличный бросок. Это не камбэк, нет. Вариантов лучше не было. Думаю, это неплохо. Боже мой. Вау, напряженная будет игра. Итоговый счет. 82 кегли. Там больше. 100%. У левых больше. Если сейчас левые выиграли, то Камала Харрис победит на президентских выборах в США. 86. Ну вот и все. Делайте клип. Потом, соответственно, когда будут выборы, этот клип покажете. О боже мой. Поздравляю с выходом в финальную пятерку. У нас близнецы бить. Нахуй ты сказал. Что, вы думаете, реально из-за этого выиграет Камала Харрис? Делаем, что должны, да? Топ-5, детка. Близнецы Клиффорд. Ура! Близнецы Дёртинг. Мы в шоке. Близнецы Сенса. Ебай, я только сейчас внимание обратил. 600 тысяч дизлайков. Шо, блядь? За шо? И близнецы Моррис. Это чемпион по боулингу. Теперь мы сразимся лицом к лицу в финальном испытании за эту $250 000. Удачи всем! Готовы к финальному испытанию? Да. Немного нервничаем, но рады, что прошли так далеко. Мы в восторге. Если выиграете, на что потратите деньги? Мы поедем в Японию. Япония и учеба. Думаем инвестировать. Куплю родителям новый дом. Инвестировать? Это куда? Правда? Пожалуй, нет. Мы вложим все в наш бренд, и ты сделаешь нас богатыми, знаменитыми рок-звездами. Правда? Да. Мои родители, у них 3 детей в колледже, и они пытаются нам помочь. Так что я хочу их поддержать. А еще я... После разоблачения его все.
Бля, люди до сих пор не могут успокоиться, да? И дизлайки мистеру Бисту ставят. Бать, они жесткие. Это все те ущемленцы и обиженные. А они в курсе, что эти, ну, свои обиды, они как бы дают просмотр мистеру Бисту. Аж целых 600 тысяч просмотров. Им, чтобы дизлайк поставить, надо видео запустить. Я, наверное, куплю новую удочку. Ага, удачи в следующем испытании. Спаси. Так Бист сам еще больше хуйни начал творить после разоблачения. Какой? Что он начал делать? Спасибо, Джимми. В начале этого испытания у нас было 100 кубов, а теперь осталось 5. Поздравляю с тем, что вы зашли так далеко. Но до сих пор мы так и не определили, кто лучшая пара близнецов. Так что ради финала... Так, подожди, Биста на Западе захейтили за эти новые обеды. Он создал инсту для бренда, где с Логаном Полом пробовал их. Но его ебалу было, ну по его ебалу было видно, что ему не нравится. В ТикТоке это зафорсили, и он удалил аккаунт. Интересная хуйня. Бист сказал, что он зетник. А, блядь, ну тут и я тогда нахуй дизлайк поставлю. Вы можете выйти из своих кубов и спуститься сюда. Финальное испытание мы проведем тут. Это пугает. Я буду рад, если кто-то из вас выиграет. Несите пьедесталы! Боже мой, что? Это так страшно. Если вы смотрели наше видео 50 ютуберов, это, вероятно, выглядит немного знакомо. В начале каждого раунда все будут с завязанными глазами, а я тем временем буду перемешивать 5 кейсов. Те, кто слева, могут снять повязки. Какой кейс ты хочешь? Просто брать? Да, просто бери. Положи его к себе. Держу там бабло. 4 из этих кейса пустые, а в одном чек на главный приз — $250,000. Охуеть. Все пятеро заглянули в свои кейсы и лишь... Вот оно бабло там лежит, бля, по лицу видно, сука. Они знают, что внутри. Игроки без кейсов будут голосовать за то, чтобы выгнать одну пару близнецов из игры. Те, за кого проголосуют больше всего, должны будут показать, что внутри кейса. И если он пуст, они выбывают. Но если в кейсе лежит чек на $250,000, то не поверите, эта пара выиграет главный приз — $250,000! А если его не выберут? А у него там деньги. Если телепатия между близнецами реальна, то сейчас она пригодится. Или все-таки... А. У вас 10 минут! Решайте, за кого голосовать! Эй, Морис, в конце. Он у тебя? Возможно. Он слегка дрожит. Вряд ли он у него. Как по-твоему, ты знаешь, о чем думает твой брат? Думаю, да. Кто-нибудь хочет признаться, что у него 250 тысяч? Вот у него точно 250 тысяч. О, Дёрки. Ты говоришь, что чек у тебя? Он у меня. Смело, это точно в стиле Битти. Не знаю, вряд ли бы он просто так говорил, что чек у него. Да, странно. За кого голосуешь? За своего брата? Я не знаю. Отдай за меня голос. Насколько хорошо вы понимаете друг друга? Вы же росли вместе. Голосуй за меня. Стоп, хватит болтать, ты меня пугаешь. 45 секунд. Думаю, нужно выгнать его. Вряд ли деньги у них. Я тоже сомневаюсь, если честно. А что если у них? Скоро нужно голосовать. Я укажу того, в ком уверен. 5. 4. Они даже ничего 3, не обсудили. 2-1. Хорошо. Карл. Близнецы выиграют, очевидно же. Собери их голоса. Ты точно уверен? Не знаю. Доступ к приватке за 20к один раз покупается? Конечно, нет, каждый месяц. Но уже не покупается, точнее, не продается. Приватка закрыта. Первый голос за Клиффорда. Вау. Второй голос. Нахуй вы ссылку-то скидываете, модерация, долбоебы, блядь. За море. Сука, я в ахуе. Третий голос за Сенсом. О, по голосу за 3 разные пары близнецов. Четвертый голос за Битти. Пятый и последний голос за Битти. За Битти. Значит, за них 2 голоса, и они откроют свой кейс. Боже мой. Не может быть. Он у меня, да. Там нихуя нет. Эх! Ой, пусто! Нет. Стоп, ты за него голосовал? Голосовал. За своего же брата? Близнец Битти с кейсом почти провернул идеальный блеф. Но его же собственный брат не смог его распознать. Мог бы просто молчать. Не бойтесь, парни, вы не уйдете с пустыми руками. Спасибо, бро. Эй, удачи. Пока. Нормально. Итак, теперь все наденут повязки, а мы перетасуем кейсы. На этот раз противоположная сторона будет выбирать кейсы. Джо, наблюдай за языком тела, когда будут открывать. Ага. Какой тебе кейс? Номер 1, 2, 3 или 4? 3.
Хорошо. Третий кейс. Номер два. Я поставлю его. То есть, получается, у кого-то был кейс с деньгами, но по итогу теперь у него нихуя нет. А тебе? Один или два? Один. Вот, держим. Моррис, тебе достался последний кейс. Теперь только те, у кого есть кейс, могут снять повязки. Посмотрите, что у вас внутри. Только они знают, что там. Хорошо, теперь закройте кейсы. Можете снять повязки. Запускаем 10-минутный таймер. Посмотрим. В чем смысл заставить чела проголосовать за себя, если у него бабки? Да. Ну, типа, да. Что будет? Он у тебя? Возможно, у меня. Он у тебя? Денег у меня нет. А у вас там что? У меня нет. Значит, ни у кого нет. Этого не может быть. У кого-то они есть. Вряд ли он у Сенсон. Согласен. Вы все такие подозрительные, я просто... Ну да. Думаю, деньги у Моррисов. Я уже проголосовал за того, кого хочу выгнать. Деньги у Клиффордов. Если ты уже все решил, значит, они у тебя. Это ты так думаешь, брат? Я голосую за Морриса. Думаю, деньги у Морриса. Я тебе говорю, деньги... Ну все, пизда. Получается, они сейчас выиграют, что ли? У них, простите, бро. Простите, я вас всех люблю. Три! Два! Так подожди, а зачем они голосуют за этих Моррисов, если деньги у них? Потому что если деньги у них, и они за них проголосуют, то они эти деньги заберут. Их же цель наоборот, сделать так, чтобы они не выиграли. И чтобы опять эти кейсы перетасовали. Разве нет? То есть голосуют за них, они отдают им победу и деньги. Так они не знают, у кого деньги. Так они же голосуют, блядь, потому что типа думают, что у них деньги. Они же говорят, я думаю, у него деньги, я голосую за него. А нахуя? Ты все правильно говоришь. Ну, вот именно. Один! Время вышло! Боже мой! Они должны голосовать за тех, у кого нет этих денег сейчас. Боже мой! Первый голос за Морриса. Второй голос тоже за Морриса. Я так нервничаю. Ты меня послушал или не послушал? Третий голос за Дёртин. Если он получит еще один, будет ничья. Если нет, то Моррисы будут открывать свой кейс. Последний голос. И в итоге... Дёртинг. Блять. Подожди. У нас ничья. И что делать? У вас 3 минуты, чтобы решить. Вы четверо. Голосуйте снова. Либо за Дёртингов, либо за Моррисов. Чтобы нарушить ничью. Стоп, за кого голосовать? Он так волнуется. А вдруг он притворяется? Деньги у Моррисов. Голосуйте за Дёртингов. И... Вот! Вот сучонок, блядь, самый умный там, тварь. Если хотите продолжить игру... Не пиши мое имя. Видите, они просто пытаются спасти себя. Просто послушайте этого Кристалл, парня. Кристалл, что думаешь? Я не знаю. 10 секунд! Если хотите попасть в топ-3, напишите их имя. Поверьте. 4. Ой, все ясно, короче. Они врут. 3. Доверься, бро. 2. Доверься мне. 1. Прекращаем. Все понятно, денег у этих Моррисов не будет. Ненавижу это, бро. Подсчитаем голоса. Моррис или Дёртинг? Один из вас откроет свой чемоданчик. Наш первый голос. Дёртинг. Наш второй голос. Тоже Дёртинг. Ясно. Третий голос. Дёртинг. Четвертый голос, который уже не важен, тоже Дёртинг. 4? Все 4 проголосовали. Но за... Они сейчас вылетят вообще-то. Дёртинг. Бро! Пиздец. Покажите, что у вас в кейсе? 4-е место, детка! О, нет! 4-е место! Говорил же! Боже мой! Вы также получите 10 000. Держите. А теперь, когда вы, зрители, знаете, как устроена игра, в следующем раунде мы даже не будем говорить, у кого деньги. Ты чё, охуел? Тебе номер 1, 2 или 3? Блин. Я возьму 2. Я возьму 1. Карл, дай Моррису последний. 3 с кейсами. Снимите повязки. Посмотрите, что у вас внутри. Хорошо, закройте их. Вы Так, у этих Моррисов больше денег нет, судя по лицу. Я думаю, что по центру. Можете снять повязки. Запускаем таймер. Я вроде догадываюсь, у кого... Вот у них. И у кого же? Стоп, думаешь, у них? Опять. А что, если у тебя? Она нервничает. Вот и все. И моя ну да, нервничает. Это точно, они у них. И что, за тебя голосовать? Ха-ха-ха, если ты говоришь, что деньги у них, то им остается лишь голосовать за тебя. Деньги у тебя? Хочешь посмотреть? Джон. У тебя их нет? 250 тысяч... Дед, бро.
Мамой клянусь. Что за вопрос такой? Че он должен ответить тебе? Ой, бля. $1000 на кону. У вас 47 секунд. Один из вас уйдет с деньгами. Окей. Как думаешь, у кого? Мне кажется, у Клиффордов. Клиффорды, вы оба раза угадали. Решайте, а я проголосую, за кого скажете. Кейс у меня... Нет, у них точно нет. А, но я не могу заставить всех голосовать каждый раунд. 15 секунд. Я бы начал писать. Скажи мне. Я знаю, что делаю. Окей, она знает, что делаю. У тебя в кейсе деньги, да или нет? Возможно, у меня в кейсе деньги. Он врет. Почему вру? Не знаю. Почему? Не знаю, не знаю. 5, 4, 3. Ну и чё? 2. Один. Сейчас ничья будет. Ручки на стол. Опять. Первый голос. Ну тот, у кого деньги, по-любому проголосовал против кого? Моррис. Моррис, значит. Ага. Второй Юрис. Голос. Ого. Снова Моррис. А, ну все. Нам даже не нужно смотреть на третий. Принесите стол. Понятно. Сейчас вылетят. Удачи, парни. Итак, Моррисы, так и чё, а потом тогда что делать? К этому моменту вы не знаете, что внутри. Или что, им опять деньги попались? Хочешь показать ему? Если там пусто, то они... Да не, они бы уже радовались. Они бы уже радовались, а то у них какая-то реакция вообще нейтральная. Проиграли, и игра продолжится до победителя. Но если там $250 000, то они их... Понятно, не было там денег. Лайки, 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 лайки. Да ты шо охуел, блядь? Сука. А чё они такие недовольные-то, блядь? У них 250 тысяч. А как? Дважды подряд? Дважды подряд? Это я плаки-плаки в итоге. Они у тебя! Да! 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 Воу-воу-воу-воу-воу. Молодец, брат. Все, я сейчас заплачу. На что потратите деньги, парни? Они пойдут нашей семье. Они столько для нас делают. Я безумно счастлив. Тяните в стороны. Это твои $125 000, а это его $125 000. Чувак. Поздравляю. Чувак, я не могу поверить. Чтобы купил на 250к квартиру? Что еще, блядь, покупать? Ну, добавил бы немного своих денег и все. Я бы на 250 тысяч купил бы шоколадки Мистер Биста, вот, все шоколадки, на все 250 тысяч я бы закупился шоколадками и пытался бы среди этих шоколадок найти тот самый $1 000 000. И в итоге с 250 я бы поднял миллион. Зависть — это плохая черта. А чё сделал-то? Я даже ничего не сказал, блядь. Конченый. Это ты завидуешь. Раз ты нашел в моих словах что-то плохое, то у тебя какие-то глюки, походу. Я вообще ничего не сказал даже. А вы инвестор, сэр? Yes. Да не, но на самом деле, если бы я вот так вот просто с воздуха выиграл $250 000, наверное, я бы их реально вложил куда-нибудь. Может быть, даже если не квартира, я бы их вложил в крипту. Ну, то есть я бы реально закупился битком или бубокоином, или Соланой, например, да? Оно ж по-любому вырастет. Вот сейчас опять все упало, сука, тварь. А оно ж по-любому вырастет. И все.